Вот в этих трех пакетах содержится моя посылка для будущего первоклассника. Так, ну, показываю, что здесь. Это мячик. Мячик с логотипами Испании. Вот, сдутый. Ну, сами понимаете, чтобы было меньше объема, чтобы удобнее было его перевозить. Так, вот здесь такая сумочка мужская, естественно, с персонажем. Пока положила на время перевозки в нее часть школьных принадлежностей Spider-Man, что вот я показывала. Это пенал с карандашами и, собственно, пенал. И спайдерменские это ножницы. Вот. Дальше. Здесь, опять же, спайдерменские, вот эти одноевровые. Вот набор кисточки, карандашики. И вот такой вот блокнот, резинка, маркеры и вот эта точилка. Спайдерменский набор. И здесь у меня, вот в этом месте, здесь у меня спортивный костюм. Вот такой вот. Вот я показывала его. Такой спортивный костюм. Серая куртка. Такие черные штанишки. Такое как бы блестящее с металлическим отблеском. Футболка в стиле таком милитари. Поскольку здесь камуфляжка, расцветка какая-то игиловско-натовская, поэтому просто вот такая солдатская. Это уже для участия в школьных мероприятиях, вот, тематических. И вот тоже я показывала такая а-ля спортивная форма, она же пижама Реал Мадрид, это действительно их марка, реальная фирменная вещь, хлопчатобумажная полностью, маечка и шортики. Вот. Вот такой подарок для будущего первоклассника. Как говорится, и для физкультуры, и для письма, и для рисования. Вот. А для чтения, конечно, нужны книги на русском языке, поэтому для чтения я отсюда ничего не могу отправить. Вот. Ну, теперь все это осталось отнести на почту. Потому что с русского магазина выезжают они поздновато, не успеют 1 сентября, поэтому отправлять буду с почты.